Тема – традиционные музыкальные инструменты Японии. Цель – познакомиться и узнать музыкальные инструменты Японии. Япония – это островное государство в Тихом океане, которое славится своими густонаселенными городами, императорскими дворцами, а также очень красивыми храмами. Итак, перейдем к музыкальным инструментам. Семисен. Это трехструнный щипковый музыкальный инструмент с безладовым грифом и небольшим корпусом длиной около 100 сантиметров. Бива. Это японский струнный щипковый музыкальный инструмент. Бива появилась в результате адаптации китайского инструмента пиппа, приведенного в Японию позже 8 века. Котта. Японский щипковый музыкальный инструмент. Длинная цитра с подвижными каблуками. Котта наряду с флейтами хаяси, барабаном цудзуми и семисеном относится к традиционным японским музыкальным инструментам. До 20 века котта в основном был солирующим инструментом. Фуэ. Семейство японских флейт. Фуэ обычно обладают высоким звучанием и изготавливаются из бамбука. Самое популярное фуэ – это фуэ сякухати. При исполнении музыки на фуэ отверстия во флейте закрывают не подушечками пальцев, а фалангами. Цудзуми – японский малый барабан китайского индийского происхождения, относится к семейству симэдайка – барабанов, настраиваемых шнуром. Его корпус в виде песочных часов с двумя мембранами через обод и одной мембраной другой пропускает шнур, которыми можно регулировать ее натяжение. Тайко обозначает большой барабан. Вероятнее всего, эти барабаны были завезены из Китая или Корею между 3 и 4 веками, а после 4 века изготавливались местными мастерами.